Более 200 концертов, творческих вечеров, спектаклей и выставок смогут увидеть жители области в рамках Дней российской культуры. 24-й по счету фестиваль искусств пройдет в регионе с 17 по 26 октября. Культурные мероприятия состоятся в каждом, без исключения, муниципальном районе. За эти две недели Ивановскую область посетят разножанровые коллективы и исполнители, лауреаты международных конкурсов и фестивалей, которые представят нам свои новые программы, будут премьеры спектаклей. Вы увидите литературные, творческие, музыкальные вечера. Благодаря финансовой поддержке из областного бюджета стоимость билетов на большинство мероприятий будет минимальной – от 200 рублей. Исключение составит выступление Олега Меньшикова и Владимира Спивакова. Посещение звездных гостей обойдется минимум 800 рублей. У нас, как вы знаете, есть такая практика с прошлого года. Если гражданин изъявил желание посетить три концерта, в том числе «Открытие» и два других, то мы ему предоставляем скидку в 30%. Желающие есть, мы эти условия выполняем. Но скидки нет только на концерт Владимира Спивакова. Ну, мы готовимся во все. Ждем гостей. По традиции, в рамках Дней российской культуры пройдет фестиваль национальных культур. В день открытия фестиваля 20 октября посетители смогут познакомиться с культурой и традициями разных народов, а также посмотреть выступления национальных творческих коллективов. Вход на мероприятие фестиваля национальных культур будет свободным. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.